Более 1000 человек, свободных мест практически не осталось. Новый отреставрированный актовый зал ЮРГУ собрал почетных гостей главного торжества со всей страны. Свой юбилей крупнейший вуз Уральского региона отмечал в течение всего года. Последняя неделя была самой насыщенной. Хозяин праздника, ректор Александр Шестаков, открыл официальную церемонию видеоистории университета. Первыми преподавателями в институте были выдающиеся люди. Это Николай Леонидович Духов, главный конструктор и разработчик бронетехники. Первые пары проходили в ЮРГУ во время войны в деревянных аудиториях с печным отоплением. Нынешнее здание главного корпуса и университетский городок сформировались к 1962 году. С круглой датой 70 лет успеха сегодня вуз поздравляют первые лица области. Уникальность университета в образовательной сфере отметил губернатор Михаил Юревич. Сегодня научные поиски, прикладные исследования стали дополнительной точкой роста в новой экономике региона. Только научных работ ЮРГУ проводит на суммы более 500 000 000 рублей в год. Университет уже стал крупной научно-исследовательской и образовательной корпорацией, системообразующим вузом Южного Урала. Обучаясь в ЮРГУ, будущий глава области не предполагал, что вуз будет расти такими темпами. Собственный спортивный комплекс, шпиль, который стал одним из крупнейших ювелирных украшений в мире, мощный суперкомпьютер и статус Национального исследовательского университета. Список можно продолжать до бесконечности. Поздравляю родной университет с большим юбилеем. Для многих наш университет, многим наш университет дал путевку в жизнь. Сегодня более 45 тысяч студентов также выбрали Южноуральский университет для профессионального старта. Вузу доверяют, гордятся его успехами и традициями. И сейчас даже трудно представить, что до 43-го года Южноуральского университета не было вообще. Я желаю родному университету дальнейшего развития, поступательного движения вперед. И пусть в этих стенах студентам всегда будет интересно учиться, а преподавателям комфортно и легко работать. С праздником, с юбилеем! После приветственных слов гостей на сцене появились артисты, которые готовили свои номера в течение нескольких недель. Им аплодировали представители вузов с мировым именем, политики, успешные бизнесмены, студенты и преподаватели. Всех объединяет одно – Южноуральский государственный университет. Здесь прошли мои самые лучшие годы. Кроме того, что я здесь учился, я здесь еще и проработал 20 лет. Историю становления Центра науки Челябинской области инсценировала целая палитра студенческих коллективов ЮРГУ. Студия «Театр Манекен», ансамбль бального танца, танцевальный коллектив «Deep Vision», театр «Мод Валькирия» и многие другие. В жизни каждого ЮРГУ играет важную роль. ЮРГУ сыграл в моей жизни определяющую роль. Будучи абитуриентом, я влюбилась в него с первого взгляда. Начав обучение в ЮРГУ, я погрузилась в процесс, мне очень понравилось, я начала заниматься танцами здесь. Для меня ЮРГУ – это активная студенческая жизнь, это друзья, это мероприятия, это и профессиональная деятельность в стенах моего любимого университета. Символом безупречной репутации университета по всему миру стало выступление хора Института международного образования ЮРГУ. Студенты, которые специально переехали в Челябинск на учебу из Ирака, Индии, Китая, Ирана и многих других стран, исполнили песню на стихи Роберта Рождественского. Кульминацией концерта стало зажигательное выступление группы музыкантов-духовиков. Оркестр Уральского государственного горного университета поздравил ЮРГУ номером «Танцующий дирижер». Аналогов этому шоу, кстати, в России еще нет. То, что университет Урала тесно связан между собой, это, естественно, историческая данность. Мы живем в опорном крае державы, я имею в виду весь Урал, не только Свердловская область, которая кует богатство России, и это богатство куют люди, которые учатся в наших университетах. Торжественные фанфары, конфетти, громкие аплодисменты. Юбилейный концерт, увенчавший главный праздник декабря, подошел к концу. После такого шоу можно смело сказать, свое 70-летие университет отметил широким, достойным своего статуса размахом. ЮРГУ стоит на перекрестке наук. Здесь найдут свое место и физики, и лирики. Для каждого наш вуз может стать вторым домом. Это вся моя жизнь. Это просто на самом деле. Я родился в Челябинске, учился в ЧПИ. Работал в ЧПИ, ЧГТУ, ЮРГУ. Это вся моя жизнь. Можно сказать, моя жизнь поделилась до ЮРГУ и после ЮРГУ. Когда я сюда пришла, вот все, что сейчас связано с ансамблем бального танца, с ЮРГУ, вот это моя жизнь.
Юргу – это тот университет, который воспитал меня, сделал из моего такого мальчика, ребенка, сделал меня настоящим мужчиной. И спасибо ему большое за это. С праздником, Юргу!